Всем привет, дорогие друзья! Снова я с вами. Я вернулся с Color Fest из города. И уже, пока есть свободное время, снова хочу для вас записать уже вторую серию прохождения Crossout Launcher. Так, как видите, я тут ничего не трогал, так и все и осталось. Вот эти вот 8 золотых. Да. Машинка тоже та же самая, вы помните, еще с прошлой серии. И сейчас мы попытаемся добиться 5 уровня. Вот видите, я совсем близко. И мы сейчас попытаемся это сделать. Сразу, думаю, пойду я за пулеметом. Да, именно там. Так, поехали. Ой, подождите. Сейчас, у меня тут маленькие неполадочки. Так, сейчас настройки. Я просто отключил звук ненадолгое время. Думаю, как-то его так можно приделать. Окей. Вернемся. Так. Это слишком громко. Ну, думаю, так вот подойдет более-менее. Итак. Сразу мы едем в центр, занимаем центральную позицию. И вот уже первая вражина. Так. Долбим, долбим, долбим. О, без колес уже приехала. Блин, долбит нашего. Нехорошо. Нехорошо. Плохо. И, ой, чуть подлагнула. И нашим шипом уже снесли вражину. Так. Тоже все похожие, как я, прыгают, но... Так. Все-таки не такие, как я. Вот тут два снайпера на горе. Вот еще один. Капец. Они заняли довольно-таки выгодные позиции. И мы их можем хорошо надамажить, пока они тут летают. Пытаются что-то высветить для своих. И у них это плохо получается. Да блин, ребята, вы можете меня не толкать, пожалуйста? Так, не трогайте меня, я тебе сказал. Ты можешь меня отпустить? Фу, плохо. Такс. Ладно, давайте снова будем выстреливать, потому что вражины этим пользуются и делают нам очень-очень-очень плохо. А ну-ка. Такс. Выстреливаем, выстреливаем, выстреливаем. Снаряд за снарядом, пытаемся попасть. Так, где он там? Конца края ему не видно. Сколько он еще жить будет-то? Он мне уже детальку какую-то снес, гадина. Так, кидаем, кидаем, кидаем снаряды. Снаряд за снарядом, посылаем, посылаем в него. Такс. Я ему уже миллиарды там хп выбил. Он вообще сколько живет? Да, первый, еще один свалился. Думаю, теперь этого надо долбить. Да блин, задолбали. Все, я отсюда уезжаю. Бо меня постоянно тут трогают. Сейчас, думаю, объеду как нормальные люди. О, а тут войнушка-то полным ходом, я смотрю. Долбят этого чела, который упал с моста. Так, поехали, поехали, поехали. И думаю, сейчас мы им устроим контратаку. Неожиданно это все будет. А я... Или ладно, попробую заехать отсюда. Бей его, лупи его, пацан, давай. Так, ой-ой-ой, фу, плохо. У него три пулемета. Он на меня накинулся. Блин, уже один пулемет. Он не может меня оставить в покое, но у меня есть все шансы от него слинять. Ай, что-то мне не сильно это получается. Пацаны, помогите. Есть победа, и... Да, меня оставили без пулемета, как-то так. Да, не нравится мне это. Думал, один бой, одну каточку еще сейчас сыграем. Ну ладно. Смотрим, сколько у нас металлолома. Все-таки мне уже не терпится снова очередную сучку продать. И у нас не хватает ровно 15. Да. Ну, в принципе, на один бой еще, думаю, хватит. И поедем-ка мы сразу... Капец. Наверное, вот сюда давайте. Медь подзаработаем. Хотя не. Пока это все бессмысленно. И кейс. Это королевская битва. Бой без правил. Но я не имею ни малейшего желания еще в нее играть. Могу поиграть в патруль. За дробовиком. И вообще, дорогие друзья. Я выберу пока что за пулеметом. И хотел бы вас предупредить. Давайте вы будете писать ниже в комментах,
под этим видео, в какие бои вы больше всего хотите видеть на моем канале. Там какие именно режимы. Может быть, вы хотите увидеть королевскую битву пацана Турбо. Может быть, еще что-то. Все это пишите внизу в комментах. Я их обязательно не прям очень быстро прочитаю, но со временем все-таки я их рано или поздно увижу и предприниму какие-то меры, чтобы я знал, что вам это нравится, и я это недаром снимаю. Да. Так. Заняли мы вот такую позицию, и тут, по-моему, должна быть база. Да. Отлично. Тут мы будем стоять и отбивать вражин. По крайней мере, стараться. Это не точно, но будем стараться. Будем их делать меньше, им будем делать хпшек. Блин, не могу я в него попасть, в этого чувака. Ловкий какой-то. Так, ладно. Он еще там два стоит. Накидываем, навешиваем, навешиваем. Так. Вообще, все падают или еще что-то с ним приключается. Ну, по крайней мере, я не достаю. Видите, снаряды куда-то далеко улетают и испаряются. Так, вот тоже еще один тут мой союзник стоит. И вот первый враг. Так. Ого, они как быстро покишили сюда. Все прям на центр заехали. Но сейчас мы их отсюда быстро прогоним. Так, заехал за контейнер, выехал. И вот хпшек много сползает. Еще что? И ты в меня решил пострелять? Плохая затея. Так, стреляем, 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 стреляем. Так что, не хочешь больше? Не имеешь ни малейшего желания со мной связываться? Так, еще стреляем. Это борьба на хпшке. Но все-таки, да. И он решил выехать. И получит он плюху очередную от нас. Ну, по крайней мере, мы постараемся. И вот, отлично. Так, по чуть-чуть их дамажим. Так, помогаем нашему союзнику. Но у нас это плохо получается. Мы должны хотя бы этого минусануть, пока он не уехал. И что ты делаешь, чувак? Вопрос. Ты точно хочешь? Так, один уехал, выбиваем этого. Он не должен жить. Он не должен жить. Есть. Враг повержен, осталось 40. И думаю, сейчас наши парни с этим справятся. Выманят его. Давай, ты сможешь. Профессор, профессор. Да. Есть у нас и профессоры в игре. Так, походу, никакие профессоры тут уже не спасают, и мне придется самому. Конечно, это будет очень рискованно, да? То, что я и думал. Быстрый объезд не получился. Хотя все равно победили его. Хотел уже забрать четвертый фраг. Ну ладно, новый уровень. Отлично. Сразу возвращаемся в гаражик и смотрим новые детали. Так. Повышенный лимит деталей до 30, это очень хорошо, то, что нам надо. Повышение лимита бензина до 100, чертеж, рабочая лошадка. Хм, смешно звучит. Доступ к сезону безумия и отвага, и крыша брезент. Также днище баги, малая x2. Отлично. Плюс еще мы получаем 50 металлолома, может быть, мы что-то выпили. Ничего себе тут награда. Еще что-то, каких-то 10 жетончиков, что ли. Так, ну ладно, закрыть сезон. Так, ого. Это впечатляет. Выберем этого. Но пока не стоит его, думаю, выбирать. Ну ладно, выберу. Все. Так. И сразу хочу попробовать посмотреть. Да. Это что вообще? Зачем оно нам надо? Ремкомплект. Хм. Странная вещь. Так, я думаю, сейчас мы это все снимем. Кабинку оставим такой, как она и была. Что-то будем переделывать, да. Этот ролик будет, ну, не сильно длинным, но достаточно длинным. Так, берем. Так, где кабина, я не понял. Вот, партизан. У нас такая кабиночка. Да. Правда, у нас зад малый. Надо бы его больше сделать с помощью этой рамы. Вот так вот. Как гусеницы будем.
сейчас какую-то я наворочу. Сразу говорю, не умею есть так сильно прям строить. Поэтому, да. Тоже крепление я сейчас ставлю для колес защитой. Именно вот такую, на это, скорее всего, не будет защита. А мы сюда положим. Что же мы сюда можем положить? Думаю, ну, мы переворачиваться пока что не переворачивались. Давайте, да, для охлаждения оружия, чтобы сильно быстро не переохлаждалось. Так, мы его чуть-чуть неправильно повесили, но давайте запихнем его внутрь. Да, так идеально, да, хорошо. Так, с топливная бочка, еще ничего себе. А, так она энергии не забирает, можно ее влепить. Стоп, я сейчас еще почитаю только, что она дает. Только вот вместимость забирает, ну ничего. Скопируем. Как я копирую бочку предмета? Если еще такие предметы у вас есть, то вы можете нажать Ctrl, например, Ctrl плюс левую клавишу мыши. Но вы это можете увидеть на верхнем экране. Там есть такой чертеж тоже. Нажимаем и вуаля. Вот что получается. И крепим механизм. Ой. Ладно. Заигрался чуть-чуть. Так. Так. Партизан. Ага. Кабиночка. Дорогая. Так-с. И, да, сразу хочу сказать. Ставьте на корпус подножки. Они вам помогут тем, что враги будут в них, ну, теряться. И не будут вам наносить столь много урона. То есть вместо того, чтобы пострелять в кабину, они будут стрелять в... Да, именно, в ступеньки. Вот такие вот полезные ступеньки, да? Да, полезные. Так, что мы еще сюда можем прилепить? Давайте пока что займемся более передней частью. Давайте тисочки сюда. Можем еще влепить много чего. Так, вот, отрегулировали, отлично, поставили. Дальше нам нужна вот такая вот штучка, штукенция, вот, ставим. Или можно было бы на уровне с этим, тоже неплохо, вот так вот давайте сделаем, да. Так-с, крышка брезент, вот тоже, та же самая, прикольно. Ну, хотя я так думал, больше места понадобится, но в принципе... Не надо, да? Убираем, значит, тогда эту новую детальку давайте попробуем поставить вот так вот. Да, чтобы не было сильно большого перевеса. Значит, и колеса можно тоже вернуть на место. Других колес у нас пока что нету, поэтому сзади будут стоять неповоротливые колеса. Да, вот так как-то. Дальше, естественно, вооружение. Снова по старой тактике. Так, шершень сбоку. Нет, сейчас шершень сбоку, скопировали. Иногда может у вас не получаться скопировать, как у меня. Но это надо по чуть-чуть, не спеша иметь в виду. О, стойте, у меня есть колесо малое поворотливое. Давайте-ка посмотрим. Это стартовое колесо, и оно не поворачивает. Убираем его и ставим это. Да, грузоподъемность у него тоже гораздо больше. Так, скопировали. Убираем и ставим. Я даже не заметил, когда у меня такие колеса появились. Ну ладно, буду знать. Так, ну еще для красоты мы можем всякие штуки-дрюки сделать, например. У нас же остались тут эти, можно как-то, я даже не знаю. Вот так вот, что ли. И да, еще точно, забыл сказать. Отодвигаем максимально назад. И ставим вот такие вот края фургона. Они не позволяют противнику сразу сбивать пушку. Противник перед тем, как собьет пушку, будет сбивать именно эти края. Это первый вариант. Второй вариант, если у вас еще много места в кабинке, вы можете присобачить днище багги малое. Да, можем попробовать. Кстати, я не пробовал. Так-с. И да, оно нам сойдет, но правда вот тест-драйвик давайте. Видите, аккорд сильно низко, не может опускаться. То есть вот.
Хотя, ну, сильно низко особо не надо. Давайте проверим нашу машинку. Живучая. Ой. Ну, смотрите, то, что я мне говорил, видите? Вот. Вместо того, чтобы стрелять в фургон, вы видите вот эти вот ступеньки. Они, конечно, немного это, но... В принципе, броня хорошая. Вот. Вот это вот плохо. Вот это вот надо маскировать вот эту вот бочку. Поэтому я и решил сделать здесь вот такие вот некоторые укрепления. Давайте вот так вот их перевернем и еще раз поставим. Дальше можно еще сбоку прикрепить, например, крыло. Я думаю, можно попробовать еще. Не, не стоит, думаю, заигрываться. Ну, последнее, что можно еще сюда прицепить, заикаюсь чуть-чуть, извините. Это вот такие вот штучки. Как вы уже знаете. Да. Ну, и такая вот машинка у нас получилась. Осталось ее раскрасить. Так, смотрим. Давайте изотопом. Так, о, это покрасить все. Не сильно. Давайте синенький. Тоже не сильно, поэтому я сейчас буду некоторые элементы красить зелененьким, чтобы была разнообразность, как и в той машинке. Но все однотонное какое-то, так получается совершенно некрасиво, чтобы хотя бы некоторые детали выделялись, не были такими банальными. Вот еще, ой, стойте, блин, я баллончик сейчас возьму, стереть краску, давайте стерем. Я хочу на вот эту вот нижнюю штуку и на переднюю. Ой. Блин, зеленым надо. А, вот еще вот эту вот можно покрасить, чтобы она выделялась, да. И вот колеса, вы видите, красится вот этот вот центр, да. Все. Ну, думаю, как-то так. Это как уязвимое место противнику я покрасил. Ну, что, ладно. Так-с, все. Давайте нашу машинку еще сейчас испытаем. Где-то, например. Нет. О, появился новый режим. За кабиной. Да. Ой, стойте, подождите. Я на складе еще не заметил металлолом, который мы собираемся продать. Хотя ладно. Я так и решила, ребята. Давайте подкопим до 1000, чтобы было сразу получить 50 монеток, и мы что-то могли купить. Это не так уж и трудно, поэтому давайте попробуем. Так-с, поехали. Безымянная башня, как говорится. Эта карта называется. Смешновато, но что поделаешь. Все равно интересно. Так-с, ого. Уже пацаны куда-то в центр ломятся. Вот этот вот тут купол, что ли. Хм. Интересно. Так. Ой, тут уже мочат. Ой-ой-ой-ой, я уезжаю отсюда. Пацаны, до свидания. Пацаны. Ничего себе, монстр. Давайте завалим вот эту вот пушку. Бо это вообще край наглости. Есть, все отлично. Я его хочу завалить, я его завалю. Теперь я вот эту вот хочу завалить. Ай, фу, ну некрасиво же так делать, вы же это понимаете? А, ха-ха-ха-ха, ты остался почти без пушек, этим мы и воспользуемся. Ай, меня убили, тоже как-то странно, но думаю, мои чуваки выиграют, хотя нет. Ладно, давайте телепортируемся, не будем ждать. В гаражик сразу. И попробуем сыграть еще один бой. Да, давайте уже... Все-таки помочим ботов и заработаем медь. Она тоже полезная в плане разных крафтов. Думаю, в следующей, в третьей серии мы этим займемся, если вы наберете. Давайте я так подумал. И для начала давайте просто наберем. Ну, хотя бы я многого не хочу вообще, я вам сейчас мало скажу. Но давайте хотя бы вот чуть-чуть, хотя бы 100 лайков наберем. Чтобы вышла четвертая серия. Ой, какая четвертая? Третья серия Кроссаута.
Так, загружается бой, и это, вы знаете, очень долгий он. И надеюсь, как в прошлой серии, меня оставят со всеми колесами. А то как-то неудобно. Хочу доиграть уже до конца, посмотреть на того монстра огромного. Была такая интересная большая машинка. Сейчас тоже хочу на нее посмотреть. Будем тут осторожными, но все-таки не такими осторожными. Так, я пока послаживаю кубик. О, игра мне вообще прям кубик даже не дает послаживать. Прям уже начала играть. Ладно, потом соберу. Такс, поехали. Ой, это какая-то другая карта уже. И тут уже надо захватить вышку. То есть ничего не надо, никакие ящики там брать. Куда-то перевозить и защищать. А, нет. Мы должны захватить вышку. Не понял. Блин. Давайте еще раз попробуем. Печалька. Хотя ладно, все, давайте. Отмена. Я сейчас буду как нубик в королевской битве, давайте. Но в королевской битве должно много быть людей, я так думаю. Потому что это королевская битва. Бой без правил. Интересно, что тут будет. А, ну, возможно, здесь будет. Ладно, давайте сейчас посмотрим. Я не буду гадать я. Такс. Ничего себе, заправка, метеостанция, заброшенный завод. Странно. Шахты тут есть, каньон. Так. Ха. Что это такое? Что это за флаги? А! R. И что у меня тут изменилось? Фиолетовая какая-то штука. Я уже тут слышу перестрелки, патроны, какие-то ракеты. Жесть. И что это? Ничего себе. Капец, походу ты с таким прицелом это скорее всего дробаш. Фиолетовый еще. Так, будем предельно аккуратными. Походу, я так понял, это надо самому тут выживать, собирать мощнее и мощнее лут, чтобы потом кого-то победить, что ли? Не понял, больше пушек нельзя? А, три всего лишь. Ну тогда давайте поменяем на нашего. Или ладно. Попробуем, давайте. Ничего себе! Ой, все, я запускаю, я запускаю. Вот, смотрите, там игрок. Давайте еще одну. Тут, я так поняла, оно по всяким равнинам само. Давайте его. Ой, как хорошо, ладно. Все, теперь не надо расслабляться, потому что нас могут заметить быстро. Блин, не успела быстро поменять. Давайте отсюда пока уезжать. Да. Не хочу участвовать в этой потасовке. Такс. Тоже боекомплект. Обязательно, я так понял, зеленые флажки. Это разные патроны. Собираем их. Такс. Осторожненько. Такс. Что? Пусто? О, вот, вижу. Очередной зеленый флаг. Так я и не испытал этот дробаш ни на ком.
Но флаг-то я тут точно где-то видел? Или мне показалось? Не, походу. Тихо, чувак. Чел, тихо. Ой. Да, это было жестко. Ну, прикольно, он тоже играет. У него была эта тоже мощная пуха. А, так тут можно две пушки носить. Интересно. Ну ладно. Давайте уже в этой серии закругляться будем. Так, да. Уже на сегодня хватит. Спасибо всем за просмотр, друзья. Ставьте лайки. Пишите в комментариях про свое собственное мнение про игрушку. И ждите дальнейших серий, потому что они выходят очень часто и очень быстро. Поэтому ждите. На сегодня все. Мы заканчиваем. Всем удачи, всем пока.